красив, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вата, магия цветов со льдом наших стаканов. Всем привет! Сегодня я покажу, как правильно, ну не как правильно, как я это делаю, как я одеваю ресницы, которые я заказала. Это вы можете посмотреть в предыдущем видео, ссылка в описании. Там вы можете посмотреть, где я их заказывала. Да, еще там есть промокод, по которому вы получите 200 бесплатных баллов и можете получить эти ресницы даже прям за даром. Итак, приступим. Как я надеваю ресницы? Вернее, как мне удобно надевать ресницы? И как я приспособилась это делать? Ну, тренировка это нужна, да. Так, реснички выглядят вот, пришли они вот в такой коробочке. Здесь прям такая серебристая, золотистая. Вот таким пинцетиком я себе помогаю. Еще перед тем, как надевать реснички, я делаю как? Подкручиваю вот этим вот, такие щипчики, ну, наверное, знаете, я в каком-то видео, я оставлю на это видео ссылочку, где я покупала тоже эти щипчики. Так, вот такой вот пинцетик у меня фирмы Ириск. Вот с помощью него я одеваю вот эти вот, они сейчас на мне, коробочка пустая. Заказать я решила еще поменьше, это очень большой размер, это девятка, вот смотрите какая девятка, она очень густая, очень длинная, очень объемная, это такие ресницы больше для фотосессии, чем вот в реальной жизни их носить, поэтому я закажу меньше себе. Вы не делайте моих ошибок. Вообще нравятся мне эти ресницы. Очень нравятся. Когда их научила. Нет, когда я их только купила, конечно, было такое, что я думала, все. Я их прям вот так сбулю в окно. Чтоб я больше их не видела. Ну, потренировавшись, как тренировалась, тишина. Все спят ночью. Спят усталые игрушки, книжки спят. Я проснулась, просто проснулась ночью, думаю, ну что, пришли, что ж теперь их выкидывать, что ли? Ну жалко, надо же как-то что-то куда-то их применить. Хотя бы видео показать, сделать вам. Ну вот, сделала. 20 минут ночной тренировки. И я уже на следующий день просто встала и тык-тык. Одела прям за раз-два. Раз-два, раз-два, раз-два. В общем, я сейчас все покажу. Смотрите. Вот как смогла, пододвинула камеру к зеркалу максимально. Я надеюсь, все получится. Беру реснички нижние. На нижних сверху магнитики. Не знаю, уж хорошо видно или нет. Снимаю это я в зеркале. Так, свет тоже у меня немножко плоховато сюда попадает. Нижние на верхних магнитики, вот они сверху. Так вот. Берем. И верхние. Внизу на них магнитики. С этой стороны. Просто подставляю нижнюю. Сверху одеваю. Дальше опять беру вот эту. Подставляю и натягиваю другую. Вот как-то так получилось у меня одеть. Опять же, это нужна практика, чтобы одеть. Смотрится это красиво. Но опять же, повторю, я одевала очень большой размер, поэтому выберите поменьше. На пандау я их брала.
ссылочку в предыдущем видео оставлю. Ну вот как-то так. Правильно одевать ресницы. Еще я свои вот тут вот вытаскиваю, чтобы они как бы поддерживали вот эти вот свои отсюда из-под низу ресницы я вытаскиваю. И вот это вот надо вот растянуть, чтобы от начала до конца все это. Так, сейчас вторую я сложнее одеваю, потому что мне сложно вторую одеть. Вторую мне как-то не с руки всегда одевать, поэтому очень сложно мне одеть ее. И не видно самой за собой этого, что я куда это делаю. Вот так вот. Лучше, конечно, не моргать во время, когда одеваете. Немножко скривила. Не одинаково одела. Немножко не свои реснички сюда наружу, чтобы они... Немножко, видите, вот далеко расстояние одела. Далековато. Еще очень тяжело их разомкнуть. Но лучше их размыкать, потому что ресницы потянете, долго оторвете. Я даже несколько ресничек себе, да, оборвала. Вот. Так, сейчас будем пробовать еще раз одеть на эту сторону. Но с этой стороной, я говорю, у меня проблемы. На эту сторону я быстро одеваю, а на эту долго. Так, подставляем. Да, перед этим я свои ресницы подкрутила обязательно щипцами. Если не подкрутишь, будет вниз стоять. Ну все, если у меня не получилось раз, то второй раз не жди. Зря теперь опустила вот мне ее. Надо было ее держать до последнего. Если они слиплись, то это все. Это очень сложновато разлепить их. Так. Ну вот, более-менее. Более-менее все у меня получилось. Так. У меня получилось. Ну вот. Вот так вот я надеваю эти ресницы. Кому понравилось это видео, ставим лайки. Обязательно подписываемся на Instagram, на мой канал. И чтобы не пропустить видео, нажимайте колокольчик. Да-да, колокольчик. Всем пока!